Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить сочные котлеты с фаршем и творогом. Если вам интересен этот рецепт, оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Что же нам для него понадобится? На 500 грамм фарша нам необходимо будет взять 150 грамм творога. Творог может быть любой и любой жирности. Одна морковка средняя, сметана 1-2 столовые ложки, пол луковицы. Можно сюда добавить кабачок, если у кого-то есть, немного, соль, перец и все приправы, которые вы любите. Приступаем! Сухой чеснок, ну вот и все. Котлеты готовы, можно подавать на стол. Они получились очень мягкие и сочные. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Возможно, там будет ваш любимый рецепт. А сейчас всем пока! До свидания и до скорой встречи!